Настоящий разгром устроил тюменский «Рубин» в Красноярске местному «Соколу» в париматч чемпионате ВХЛ. Хозяева получили 9 безответных шайб. В первом периоде с интервалом в минуту забросили Никита Мокин и Алексей Митрофанов. Во втором дубль оформил Семен Иванов. А в третьем то же самое сделал Михаил Железнов. Кроме них отличились Георгий Бусаров, Юрий Платонов и Георгий Бердюков, вернувший первое место в споре защитников-бомбардиров лиги и набравший первые очки после травмы. Шестой сухарь в сезоне оформил Егор Назаров. У Дениса Давыдова ассистентский хет-трик. При таком счете, обычно, когда идет расслабленность, сегодня молодцы, шайбу ловили на себя и дали вратарю возможность сыграть на ноль. Поднявшийся на третье место «Рубин» 15 февраля сыграет в Новокузнецке с «Металлургом», которого опережает на 1 балл.